И всем приветики, мои секретики, и вы в своем канале Секрет Тока. И сегодня с вами снова я, Силия, и у нас наконец-таки выходит видео моего рабочего дня, а точнее влог. Сегодня я бы хотела для вас снять влог моего дня, как он будет проходить. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Но я вам всем хочу пожелать приятного просмотра, мы не будем затягивать и уже поскорее начнем. Как всегда, начинается все с утра, и, конечно, я сначала иду умываться. Для начала мы, конечно, почистим зубы. Затем я принимаю уходы за кожей. Первая вот такая утренняя пенка для лица. Затем небольшой кремик для лица. Он увлажняет очень хорошо кожу, поэтому я им пользуюсь всегда по утрам. И далее люблю еще делать какую-нибудь масочку. Сегодня я решила сделать вот такую. Масочки я делаю примерно по два, по одному разу в неделю. Я считаю, этого достаточно. Дальше для меня самым необходимым является проверить моих любимых питомчиков. Привет, мои хорошие. Я думаю, вы соскучились по мне, да? А где маленький? А, вот, маленький капибаренок тоже тут. Хорошо, так, вижу, мисочки у вас полные, значит, Лео вас накормил. В общем, дальше я иду на кухню, обязательно пью водичку с лимоном. Я же уже вам говорила, что для меня это одно из самых главных. Следующее, что я делаю на утро, это... бутерброд с авокадо сегодня. Так, где мой ножик? И, конечно, обязательно авокадо. Его тоже надо порезать. Мой любимый завтрак. Меня, в принципе, все устраивает. И, кстати, водичка с лимоном очень хорошая вещь. И она прекрасно освежает и подбодряет в начале дня. Так, я смываю свою масочку. И после этой масочки у меня есть специальное масло. Точнее, после каждой масочки. Мы, во-первых, умываем нашу кожу, а затем наносим еще немножечко вот это масло на кожу. Оно еще больше укрепляет здоровье нашей кожи. Конечно, благовония у нас здесь такие в себе. И даже соляная лампа с ароматизированными палочками не перебивает эти благовония. Поэтому это все нужно хорошенько убрать. Фу, боже! Моем лоток. Ой, надо губкой. Чё я шваброй-то мою? Ребята, сори, я просто очень умею убираться. Теперь нужно обязательно помыть руки. Желательно мылом. Минута спорта. Ну, точнее, не минута, ну ладно. На сегодня все. После этого следует принять душ. Фух, ну и далее я выхожу уже после душа. Мне нужно уже одеваться в институт. Поэтому нужно найти какую-нибудь подходящую форму. У меня постоянно вызывает это такие затруднения. Но, пожалуйста, можно хотя бы сегодня я найду спокойно форму? Мне кажется, прикольно. Необходимо нам с вами, конечно же, подкраситься. Реснички там, вот это вот все, конечно. Немножечко блеска на глаза, на уголки глаз. Далее румяна небольшие. Вот здесь. И еще немножко пройдемся хайлайтером. Люблю, когда кожа тоже блестит. И остается теперь моя любимая губная помада. Следующее, что мы делаем, это брызгаемся духами. И расчесываем волосы. И ем я еще перед самым выходом. Это у меня кружка чая и на данный момент вот такая жареная картошка с курочкой. На обедик всегда нужно плотно зарядиться на весь день. И можно выходить. На улице уже более-менее тепло. И поэтому, я думаю, можно выйти даже и в таком стиле. Привет, Иви, привет, Майлз. О, привет, Силия. Я думала, ты уже не придешь. Да нет, я вот тут как тут. Ты такая красивая сегодня, Иви. Ой, спасибо. Да, я даже не признал сначала ее. Вот-вот, это мы с ней преобразились, если честно. Серьезно? Да. Да, Силия помогла мне найти, так скажем, свой какой-то стиль. Вау, это очень круто. Дети, обсуждать ничего некогда. Давайте на урок. Ты из-за этого только постоянно ходишь в этой форме. Угу. Очень глупо. Я же вроде сказала, или непонятно что-то еще. Сели на места. Слава богу. Итак, изучаем материал. Сегодня мы с вами изучим новую тему. Итак,
Мы с вами рассмотрим вариант, как снимать рекламу какого-то продукта. Вот вам поступило предложение, что хотят прорекламировать какую-то вещь. Уже наняли каких-то актеров, вот осталось только вас подключить. Ну что, вы, конечно же, хотите заработать money, и поэтому вы подключаетесь к этой работе. Как правильно работать с таким продуктом, с таким действием? Итак, необходимые пункты, которые нужно знать при съемке рекламы. Обязательно запоминаем, конспектируем себе. Конспектики обязательно делать надо. Всех спрошу. Вот правила и примеры. Первое, это, конечно же, идея. Нужно иметь что-то очень интересное, что-то вот оригинальное обязательно. Потому что чем больше оригинальности, чем больше и интереснее будет идея, реклама продукта, то тогда вы больше сможете захватить просмотр этой рекламы, и она будет интересна людям. Затем вам нужно обязательно определиться, для кого это будет реклама, да? Для детей, для взрослых и так далее. Следующее, что вам нужно сделать, это провести маркетинговое исследование. Ну, то есть это посмотреть, например, какие-то видео конкурентов, если они будут рекламирующих похожие товары. Затем подумать о пользе для клиента. Тут обязательно нужно, кстати, указывать еще пункты, как снимать это все. Давайте вспомним, как же это все снимать. Так, пожалуйста, Силия Грейс. Нужно задать какой-то вопрос, то есть проблему в этом ролике. Правильно, проблема. Следующее, второй пункт. Какой у нас должен соблюдаться? Кто у нас может ответить? Пожалуйста, Стефания. Ну, это решение. Правильно, решение. Обязательный третий этап, последний. Кто знает? Может, Мэри? Нет, я не знаю. Все ясно. Иви? Это возражение. Совершенно верно. Все. Все эти три пункта обязательно запомнили и переписали в тетрадь. И прозвенел звонок на перерывчик. Фух, наконец-то перерыв между этими парами. Я просто устаю за это время. Как дела? Может быть, сходим в кафешку, можно там перекусить. Я бы не отказалась от кофе, а у меня оно уже есть, но оно закончилось. Так что я схожу с вами. Ну, пойдем. Мы любим на этих перерывчиках погулять с Иви и Майлзом по коридорам и, конечно, выйти на улицу, так как сейчас уже теплее. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, вам что? Можно мне, пожалуйста, как обычно, с взбитыми сливками и корицей? Угу. И ваш круассан. Ой, подождите, а можно булочку синнабон? Хорошо, Силия. Просто мне булочка стала нравиться больше синнабоновская. Ой, Майлз, а ты что, себе ничего не взял? Да нет, я только что выпил кофе. Лучше не буду еще покупать, а то совсем в туалет устану ходить. Понятно все. Кстати, я переехала жить. Куда? Ты не здесь жила? Да подождите. Я переехала жить от родителей. А, ну наконец-то, Иви. Это правильное решение. Да, я знаю. И знаете, куда я переехала? Куда? В общежитие. И знаете, с кем я живу? С кем? О, нет, с кем? Я живу с Мэри и с ее девочками. В смысле, Мэри живет в общежитии? Мэри живет в общежитии? Ну да. И оттуда пришлось выселить ее парня, и поэтому она какая-то немного злая, мне кажется, из-за этого. Вы с ней хотя бы здороваетесь? Ну да, я здороваюсь. Вы по-любому еще и в одной комнате живете. Угадала. Жесть, Иви, а тебе нормально-то вообще живется? Ну, не совсем комфортно из-за того, что такая обстановка. Но другие девочки нормально ко мне относятся, и мы хорошо, весело проводим время. У меня еще пришла, ребята, одна посылка, и я быстренько заскочила сюда, пока уже не закрылась эта доставка, так скажем. Здравствуйте. Добрый день. Я заказывала здесь посылочку. Можно мне, пожалуйста, сейчас ее забрать? Ну, учтите, у вас есть только 5 минут. Можно хотя бы задержаться немножко, пожалуйста? Ладно, ради вас задержимся на 5 минут максимум. По коду. Угу. Так, сейчас принесу. Так, пожалуйста, заберите. Спасибо большое, я сейчас сделаю примерку, если что. Да, конечно, проходите, делайте. Извините, а можно, если что, сделать возврат из своего дома? Ну да, можно сделать. Тогда я, наверное, пойду дома померю и, если что, там занесу, да? Да, в течение 2-3 дней вы можете занести товар сюда обратно. Хорошо.
Тогда сделайте здесь роспись. Можете написать фамилию и имя. Спасибо, до свидания. И вам спасибо за покупку. До свидания. Фух, наконец-то я пришла. Лео, привет. Привет, Силия. Вау, вот этот с питомчиками. А я вижу, тут с какой-то коробкой, посылкой. Да, мне пришла посылка с Токошоп, и я готова ее снова распаковать. Точнее, здесь не только с Токошопа. Так, ладно, давайте с вами сделаем анпакинг. А то мне уже интересно, и я думаю вам тоже посмотреть, что там. Та-дам! Посмотрите, я заказала плакат своей любимой певицы. Это чтобы вдохновляться ей, каждый день просыпаться и видеть ее прекрасный вот такой портрет почти. Следующее, это я заказала куча одежды всякой разной. Здесь есть вот такой тупик с джинсами. Затем мерч. На самом деле он стоил достаточно дорого, и поэтому я заказала только одну кофту со штанами. Ну ладно, ребят, я заказала еще второй костюм ее мерча. Это ее концертный костюм, в котором она была вчера. Вы уже видели его. Я решила заказать себе такой же, потому что мне он очень понравился. Очень красивое сочетание. Далее я заказала вот такое платье с джинсовкой, вот такой купальник и вот такое платье. Это вся моя распаковка была сейчас. Ну и на этом, ребята, все. Я останавливаю, наверное, наше видео, потому что влог закончен. И времени, тем более, уже прошло очень много. Так что увидимся в следующем видеоролике, в следующем влоге. Пишите в комментариях, снимать ли мне их еще. Ну и можете написать какую-нибудь свою идею для видеоролика. И если вам понравился этот видеоролик, то можете поставить лайк и подписаться на канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока, с вами была я, Силия. Вы были на канале Секрет Тока. До встречи в новом видеоролике, пока-пока!